Пожалуйста, представьтесь. Вот доступ у Черный Викинг. Соедините меня с объектом Металл 01. Прайс, спасибо за помощь с Кингфишем. Вам стоит знать, что дядя Сэм приказал брать вас живым или мертвым. Пусть очередь займут. Волк, поставщик взрывчатки Макарову, сейчас в Париже. Мы должны торопиться, пока он не удрал. Я говорю это только тебе. Хорошо. Этот гад использовал фрегаты Industries для провоза ОМП. Я направляюсь в их европейский офис. Французы обнаружили Волка. Бойцы Гиган преследовали его в тылу противника, но русские прижали. А вы хотите, чтобы мы их отжали? Действуйте по своему усмотрению, но Волк должен остаться жив. Вызываю всех. Это Ромео 595. Требую выслать отряды для дегазации и медицинской эвакуации. 595, на связи Оверлорд. Никак нет, все американские войска в Париже ведут бои. Отберите гражданских и двигайтесь вместе с командой с наветренной стороны шлейфа. Заружу, уже заражена химической атаки. Маски не снимай. Так, мы уже в пути. Ясно. Встречу вас в зоне высадки через час. Удачи. Металл 01. Войска Гиган окружены в ресторане Пандор. Немедленно отправляйтесь туда. Это наш единственный шанс найти Макарова. Оки-доки. 5-9-5. Похоже, им крепко досталось. Сплошная зелень в отряде. Сегодня салаг уже нет. Ноль один, внимание, у Гиган большие потери. Долго они не продержатся. Поторопитесь, если хотите успеть. Соедини меня с ними. Это Сейбер. Но долго еще. Готовность 3 минуты. Главное, следите за периметром. Мы почти на месте. Пожалуйста, поторопитесь. Пошли. Сюда, живо. Пошел!
начальник. К нам пришли плохие парни. Сколько их? Подождите! Заражение не обнаружено. Снимайте противогазы, но будьте начеку.